Привет, друзья, с вами я, мистер Ли. Короткая история сначала. Если вы попали в какой-то незнакомый город, хотите поесть и попить, а у вас нет денег, рекомендую вам просто взять магнит и веревку. И ищите фонтан. И как раз для этого эксперимента я нашел подходящий фонтан в Трафальгарской площади. Друзья, моя рыбалка завершена, и могу сам себя порадовать. Фунт 90 – это достаточно, чтобы взять себе гамбургер и напиток Макдональдса. Не забудьте поставить лайк, субскрайб, комментарий, notification button, и все, пока.